От гепатита В и С страдает 325 миллионов человек, ВОЗ. Как минимум 60% случаев рака печени связаны с поздним диагностированием и лечением вирусов гепатита В и С. От вирусных гепатитов В и С страдают 325 миллионов человек по всему миру, сообщили во Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ. Вирусные гепатиты В и С представляют собой серьезную проблему для здравоохранения, затрагивающую 325 миллионов человек по всему миру. Они являются базовой причиной рака печени, от которого ежегодно умирает 1,34 миллиона человек, говорится в сообщении. Отмечается, что как минимум 60% случаев рака печени связаны с поздним диагностированием и лечением вирусов гепатита В и С. Недостаточный охват тестированием и лечением – самый серьезный пробел, который необходимо ликвидировать для достижения к 2030 году глобальных целей по элиминации гепатита, подчеркнули в ВОЗ. Напомним, по данным Министерства здравоохранения, около 5% украинцев инфицированы вирусом гепатита С. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team-correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.